Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и я приветствую вас в прохождении Mortal Kombat 11. Наконец-то вышла полная версия, и я могу в нее сыграть для вас в самое главное сюжетный режим, который меня больше всего интересует. Я не играл в 9 и 10 часть сюжетные их режимы, немножечко лишь дрался, не проходил сюжетки, так что если какие-то вещи у нас там были и я их не знаю, то пожалуйста, не обессудьте. Но мне очень интересен сюжетный режим 11-го мартошника, поэтому, дорогие друзья, я буду его для вас проходить, ну и для себя тоже, мне же тоже дико интересно, что же там будет зверского и нового. Я знаю, что некоторые из вас очень хотели бы слышать чисто английскую озвучку, оригинальную или лишь субтитры, но я знаю также, что многие хотят, конечно, не читать субтитры, а просто слушать озвучку, поэтому летсплеи я буду озвучивать сам, а потом выпущу два игрофильма. Первый из них будет с субтитрами, второй из них будет с озвучкой. Так что, если вы хотите послушать оригинал, то, пожалуйста, посмотрите игрофильм. Там у нас все будет в оригинале, чисто с субтитрами. А если вы хотите посмотреть летсплей с моими комментариями и озвучкой, то смотрите этот летсплей. Надеюсь, что вам понравится. Ну что ж, дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, и мы... поехали! Тебе следует поблагодарить меня, Рейден. Наша битва изменила тебя к лучшему. Заткнись, Шинок! Но у тебя мой амулет. Наконец-то ты принял истину, которую отрицают старшие боги. Истину, за которую я был изгнан. Истина, которую я принимаю, Шинок, в том, что не стоит проявлять милосердие к тем, кто оскверняет земное царство. Я уничтожу наших врагов, прежде чем они уничтожат нас. Начиная с тебя. Но как, Рейден? Даже ты не способен убить старшего бога. Есть участь похуже смерти. Я доставлю тебя к Люкану и твоим приспешникам из преисподней. Ты послушаешь предупреждением и символом моего гнева.
Это была не твоя судьба, Шиннок. Бог Грома снова нарушил баланс истории, но знай, дуга Вселенной подчиняется моей воле. Это всего лишь вопрос времени. Вольно! В течение 25 лет спецназ был мечом и щитом земного царства. Мы отбили атаки Шаокана и победили Шиннока. Но ни одна из наших побед не обошлась без потерь. Недавно командир Джексон Брикс был с честью освобожден от несения службы. Его раны, как физические, так и психологические, больше не позволяли ему исполнять свои обязанности. Мы чтим отца Джеки и его жертву, делая то, что делал бы он сам. Неустанно защищаем земное царство. Сержант Кейдж, шаг вперед. Ваши лидерские качества и боевые способности позволяют повысить вас до звания командора, но здесь нет никаких семейных поблажек. По традиции спецназа вам еще предстоит пройти последние испытания. Мне нужно надрать задницу командиру, мэм. Вашу задницу, мэм. Ладно, сержант, посмотрим, сможешь ли ты со мной справиться. Файт! Воу, ну понеслась. Прямо тут, серьезно? Опа. Опа. Так, а что тут еще есть? Тихо, тихо, тихо. Против Сони надо же. Воу. Воу, неплохо она зарядила. Кэсси побеждает. Где же надпись там? Второй раунд, все дела. Ух, ага. А вот и не тут-то было. А, стрелять нехорошо, нехорошо стрелять. Оп-оп! Оу-оу! Ухо-хо! Подталочка! Ё-моё! Готово! Командир Кейдж! Командор Кейдж ждет ваших приказаний. Мои поздравления, командор. Ну уже, пап, тебе действительно нужно ехать? У тебя своя служба, командор. У меня своя. Играть главную роль в очередном продолжении фильма «Ниндзя Мим». Я бы не назвала это службой. Это необходимо, чтобы обеспечить тот образ жизни, к которому вы привыкли. Ну вы даете, я ж прям здесь. Генерал Блейд, Кассандра Кейдж. Что случилось, Рейден? Преисподняя. Мы должны начать переговоры. Возможно, этому есть объяснение. Люкан и Китана когда-то были нашими друзьями. Они безвозвратно поражены скверной Шиннока. Это больше не те защитники земного царства, что мы знали когда-то. Мы должны нанести упреждающий удар.
Это лишь вопрос времени, когда нам придется сразиться с ними. Какова основная цель? Глубоко под замком Люкана и Китана расположен храм Шинока, где сосредоточена их сила. Уничтожьте его, и их армия нежити падет, что предотвратит угрозу земному царству. Разве твоя сила не слабее в преисподней? Это так. Но чтобы отвлечь армию нежити, мне их хватит. Это даст нам достаточно времени, чтобы проникнуть в храм и уничтожить его изнутри. Если нас там прижмут, выхода не будет. Мы все должны быть готовы чем-то пожертвовать, чтобы обеспечить безопасность земного царства. Знаешь, вот это уже 2 года как слишком мрачно преобразился. Бубнишь о каких-то жертвах. У тебя нет семьи, которую можно потерять. Я знавал потери, Джонни Кейдж. Рейден прав, Джонни. Мы не готовы к очередной войне. Мы должны нанести удар по армии из преисподней до того, как Люкан приведет ее сюда. Мы на позиции. Надеюсь, Рейден хорошо спланировал этот чертов отвлекающий маневр. Отступите, или вы познаете гнев защитника земного царства! Если Рейден доберется сюда, уничтожьте его. Это жертва ожога Кабал? Разве он не был когда-то головорезом Кана? Пусть шрамы не обманывают тебя, он очень быстрый. Устрани его и Джейд. Я спущусь вниз и установлю C4. Принято.
Шевелитесь! Заряды на каждую колонну! Ты точная копия своей матери. Я надеру тебе задницу от ее имени. Кабал. Ну, кабал. Посмотрим, да, насколько ты заколебал. А, сразу ладно. Оу, щит. О, попался. Дибаг. Suck it. Кастом фотолбол просрал. Ладно, хорошо. Да ё-моё. Опять этот прием гребаный. Он все время им пользуется, да? Я понял, он все время им пользуется. Это, наверное, как раз таки одна из его этих стоек. Кабал заколебал. Пух. А, боже. Кабал-то реально заколебал. На тебе в лицо. Ты проигрываешь так же быстро, как и бегаешь. Джеки, где Джейд? Сбежала. Она вернется с подкреплением, я уверена. Генерал, как наши дела? Надо еще 10 минут. Опорные колонны расположены значительно дальше друг от друга. Вам нужна помощь? Отставить. Просто прикрывайте нас. Еще 10 минут. Мы должны были уложиться в 5. Ну, теперь мы вляпались. У нас же осталось еще C4. Да, что? Давай выиграем немного времени. Император, императрица, воины земного царства захватили костяной храм. Но Рейден... Это всего лишь отвлекающий маневр. Заряжено. Прикрываем вас, генерал. Китана, императрица мертвых. Я не забыл нашу последнюю встречу в небесном храме. Как твои шрамы? Заживают? Fight.
Ох ты, тварь! Оу! На тебе. Мимо. О! На! Вот туф. А, зараза. Насадил. Хорош. Ready. Ай! Ты зараза, а? И... А, зараз, прям тут меня поймал. Хорошо. Да-да-да-да. Заразу, фаталочка! Ух, словил я. Тварь, а? А, черт! Лови мою. Зеленый свет мне нравится, такая подсветка шикарная. Yeah. Пошли, 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 пошли. Генерал? Генерал! Генерал! Она в ловушке, Кассандра Кейдж. Как же пал сам избранный? Рейден прав. Что бы Шинок с тобой не сделал, ты безнадежен. Файт! Файт! Мадафака! Жестко. Да ё-моё! Тварь, а? На тебе. Обожаю эту хренотень. А вот ты... А, чёрт тебя дери! Блин! У него фаталка прошла. Тварина. Ого, мощная какая, ё-моё. Походу он меня убил. Нет. И нет. Муа. Поехали. Ох ты, тварина, а. Ты чё такой злой-то, ё-моё? Блин, зара, бесишь, бесишь. Пошел ты. Генерал, вы меня слышите? Генерал? Мама? Я здесь, Кэсси. Держитесь, мы вытащим вас, ребята. Они мертвы, Кэсси.
Мне тоже не справиться. Что? Я не брошу тебя здесь. Отведи свой отряд обратно на базу. Это приказ. Твой долг. Я закончу эту миссию. Мама, нет! Мы сможем тебя спасти! Я люблю тебя, Кэсси. Поцелуй от меня, отца. Мама, нет! Мам? Мам? Мам! Она запустила детонацию всех зарядов. Отмени это, Джеки! Аннулирование невозможно. Командор! Нам приказано уходить. Ну же, пошли! Твоя мать погибла смертью настоящего воина. Пусть нам всем так повезет. Не могу поверить, что ты это сказал в такой момент. Хорошо, что вы вернулись. Как прошла миссия? Нет. Без мощи храма мы остались совсем одни. Теперь мы уязвимы. Кто ты? Одна из старших богов Рейдена пришла насмехаться над нами? Нет, Китан. Я нечто большее. Узрите. Что это за сила? Я Кроник. Хранительница времени. Судьбами миров и каждой души, что живет в них, управляют пески времени. Я тщательно работала над их созданием, чтобы держать миры в равновесии. Но совершенство моей работы необратимо испорчено действиями Рейдена. Вы двое прочувствовали эту боль наиболее остро. Что мы можем сделать? Прошлое не вернешь, не так ли? Этого не должно было случиться. Я намерен обернуть время вспять и перезапустить историю. Но даже с моей огромной силой я не могу создать эту новую эру в одиночку. Чем будет отличаться эта новая эра?
Многим. Но самое главное, не будет никакого Рейдена. С чего нам начать? Часть вторая. Дрожь времени. Коталь Кан. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы пока что прервемся. И встретимся с вами уже в следующей серии. Ага, друзья. Вот она, Кроника пришла, перезапускает все и хочет сделать так, чтобы вообще у нас, в принципе, Рейдена-то и не было. А это очень-очень-очень плохо. Даже я это понимаю, не играя в 9-ю и 10-ю часть. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гедеон. Всем спасибо и до следующей миссии.